я вам скажу сейчас историю, как я стала блогером. Я люблю снимать видео. Вы узнаете несколько фактов из моей жизни. Начала снимать видео. У меня еще плохо получается, но я учусь и стараюсь. Я занимаюсь спортивной аэробикой. Алина, стоп. Приготовились ручки на пояс. Ручки не отрываем. То есть мы делаем пояс и вместе захватываем. Хожу на развивающие занятия. Как-то я проснулась и подумала, что я хочу научиться снимать видео. Решила попробовать. Просмотрю YouTube, но и не только мультики, а еще и маленьких блогеров. Я смотрю из Катю, Макса, Николь и Алису, Диану, Рому. Мы с мамой приняли решение, чтобы создать свой канал и назвать его Лапатушем. А сейчас наш канал называется Kids Show Лапатуша. Друзья, напишите в комментариях, какие видео вам нравятся на моем канале. Где я играю в игровой комнате? Где я делаю поделки? Где я распаковываю киндеры? Или игры в куклы? Пишите в комментариях. Я очень жду. Друзья, вы еще не подписались на мой канал? Так подписывайтесь скорее на мой канал. Ставьте лайки и пишите комментарии. Я вас очень люблю. Всем пока-пока.